Вот все-таки, Оля, розы любят все. Кто-то любит больше красный, кто-то любит больше розовый, но это всегда символ любви. Постельное белье, любовная история. Встречайте. Вот это самое актуальное предложение в преддверии 14 февраля. Друзья, если вы хотите подготовиться полноценно к этому празднику, если вы хотите в качестве подарка преподнести именно этот комплект постельного белья, поторопитесь. Вы сегодня должны оформить свой заказ, потому что вы должны успеть получить свое постельное белье к 14 февраля, но никак не позже. Друзья, что нужно сделать для этого? Записать номер лота 870-924. Записали? Теперь звоните в колл-центр, сообщите номер лота, сообщите размер, который вас интересует. Все, больше делать ничего не нужно. Оплачивать тоже, Оля, ничего не надо. Оплата у нас происходит потом, при получении на почте. Ты знаешь, это настолько романтичное предложение. Я представляю себе, что на таком постельном белье вас ждут только сладкие сны. И вы получаете полный комплект. И две наволочки 70 на 70. И пододеяльник с роскошными розами. И это все еще 3D-эффект. Посмотри, Оль, давай покажем всю прелесть. Посмотрите, какие розы, какие капельки росы, насколько все гармонично и романтично. Это романтичный подарок. Олечка, ты представляешь, какая у нас с тобой хорошая работа? Мы с тобой все время лицезрим красоту. Мы питаемся положительной энергетикой. Друзья, если вы тоже хотите, приходя домой, расслабляться, лицезрев такие шикарные краски, посмотрите, какие яркие, насыщенные цвета. Это раз. Какие пейзажи, цветы, глядя на которые мы всегда улыбаемся. Вы любите, когда вам дарят цветы? Тогда вам понравится еще и это постельное белье. Любовная история все только начинается. Ах, какая прелесть! И я вам хочу сказать, что это 3D-эффект, как живые цветы. И эта ткань микрофибра. Давайте посмотрим. Кроме пододеяльника вы получаете еще и простыню. Посмотрите, какая простыня. Здесь восхитительные вензеля. Чудесные. Посмотрите, еще и стразы, как бриллиантики в форме сердечек поблескивают. Да, действительно. Посмотри, слушай, если я не ошибаюсь, это каждая буковка здесь прорисована. Mm-hmm. Если соединить воедино, конечно же, получится история любви. Самая романтичная история – это слово love, любовь, которое означает в переводе. Подарите любовь друг другу, берегите друг друга, дарите правильные подарки. 999 рублей сегодня стоит это предложение. Подарите себе любовь. И у нас есть полутораспальные комплекты, есть двуспальный и есть размер евро. Оля, посмотри, какая гладкость. Почувствуй. Вот, да. Вот. А вот сделаем так. Закрой глазки. Да. Погладь поверхность и вспомни, что изображено и какие у тебя ассоциации. Да, действительно, нежность, которую я ощущаю своими руками. Но почему-то у меня всплывают мои дети. Олечка, вот я не знаю, может быть, должен всплыть мой мужчина с щетиной, но нет. Дорогая моя, именно детские ручки. Посмотри, какие купидончики. Мягкость и нежность, все потому, что это микрофибра. Чтобы ваше постельное белье служило вам долго, соблюдайте температурный режим 30 градусов. Стирайте, вывернув наизнанку наволочки и пододеяльник. И, конечно, такое постельное белье. Это новинка, это ограничение. Ограниченные партии, ну и, конечно, ни у кого из ваших друзей и знакомых не будет. Друзья, здесь летают амуры. Если ваше сердце свободно, пусть амур пронзит ваше сердце любовью. Пусть ваша любовь будет взаимной, пусть она будет благополучной долгие-долгие годы.